Ну что, дорогие товарищи, мы готовы? Не принципиально. Я просто люблю ХП, чтобы быть толстым. А мне худые нравятся. Вон, видите, сколько поднял. А я, как говорил этот Курицын, я люблю куриные грудки. Вот так вот. Так вот. Ого. А чё на такого цвета страшного? Кто? Нижняя вот эта штука. Проклято хорном? Хорном. 4 выносливость, получение блага, затрата на блок меньше 30%. Ну, верхний баф сильнее, если ты не часто толкаешь. Нижний, если ты часто толкаешь, будет сильнее. Ну, я часто толкаю. Сейчас посмотрим. А, монеты. Пошли наверх. Тут денег много будет, да, я и хотел сказать. Потом в магазин заскочим. Кто там у нас? Дзинч там правит бал, люди гибнут за металл. Ну это и проще будет, и ценнее, видимо. Ага. Ну чё, легенда? Я легенда. Тут осторожней, если ты не будешь блочить здесь удары, тебя убьют очень быстро. Да, и уворачиваться. Ух, понеслась. Ты знаешь, как-то вот эти ветераны и воители, они так немножко расслабляют. Они вот очень расслабляют. Ты потом приходишь и умираешь. Потом такая, а чё за херня такая? А чё так больно, да? One enemy and two emerge. Прикольно. Хотя здесь больше ничего нет. Что есть, то взяли. Да. Ты, кстати, можешь менять состав своих этих самых ботов. Здесь еще одна есть хилка. Это правда. Это очень важно, на самом деле, менять состав ботов. А еще важно их одевать и прокачивать. Ну, вообще, самому одеться, а потом... Ну, то есть прокачан должен быть весь отряд твой, по-хорошему. Если ты планируешь ботов использовать. Ой, я планирую только играть в кооперативе. Но вот сейчас у нас боты, и он, соответственно, ничего не будет делать. Да. Ну я даже просто не знал о том, что его прокачивать надо. Ну он буквально то, как ты его одел. О. Опа, это будет плохо. Денег пока нету. Денег не хватает. Чуть-чуть причем. Ой. Ну, сейчас будет... Это то, что наш товарищ в прошлый раз ударил. Ай! О, меня высасывает. Да я его немножко потанчу, конечно. А кто там, Минотавр? А кто, зараза? Сука. На бомбах, кстати, на этом... Я не помню, на какой бижутерии на бомбе есть крутой баб. Который 10 секунд урон увеличивается после попадания. Но очень сильно вот на этой сложности выше. Как раз против босса. Ну, вроде успешно. О, деньги. Деньги, денежки. Случайное благо. Берем. Раскол хуков. Что-то там непонятно. Эффект лечения себя увеличен. 50% того, что шанс, что граната останется после взрыва. О. Да. Конечно. Не, наверное, знаешь, что-то сбрасываются какие-то характеристики, по-моему. Или они добавляются потом к тому, что у тебя уже было. А, мне кажется, что... Ну, про то, что... Ну, то, что мы берем новые, они явно из талантов некоторые. Ну да. Благо. Это явно талант. И кажется... Лучше выбрать. Смотрите, у меня тут очень интересное. Получив временное здоровье при полной шкале здоровья, вы передадите временное здоровье ближайшему союзнику. Или вас всегда будут сбивать с ног, а не убивать моментально. При этом вы все еще сможете истечь кровью. Но если ты там сможешь на пол хп держаться, то временное здоровье выгодно. Если нет, то это бесполезно полностью. Это вообще очень сильно. Ой,
ё-моё. Ладно. Вот такая же штука, только обратная, с передачей временного хп у эльфа, у друида есть. А, понял. Она, то есть, это работает только для нее. То есть, если тиммейты при полном хп получают, ей отдается. У нее есть такой талант. По-моему, встроенный в нее, по-моему. Очень забавная штука. А это наоборот, и это намного получается выгоднее. Но быть на полном хп это такое. Это да, да, нужно. Там есть такая ачивка. Пройти карту Крубером, чтобы у него здоровье не опускалось ниже 90%. Но это какой-то импассабл. Из разряда не, там просто присоединитесь за 5 секунд до конца карты. Тогда это можно понял. Выполнить. Тут можно точило вращать. Я только что его повернул. Нажать Е, и оно крутится. Прикольно. Да. Замечательно. Целый один интерактивный предмет в игре. Я уже думал, сейчас может можно заточить клинок. Не, ни хрена не. У меня нет, не крутится. Потому что я уже покрутил его. Он уже все сломал, да? Он, видимо, один раз только крутится. Кто у нас так, тут? Знакомая карта. Да тут все какое-то уже знакомое. А, ты где? Ты где? Ты где? Блин. Держись поближе к нам в следующий раз. Черт, блин, мы же все прыгнули. Да, я как раз собрался спрыгнуть. Не успел. Everything better with friends. Да, в следующий раз не... смотри, где у тебя все люди, как бы, и не отвлекайся. Не, эти фразы сиены при призыве смешные просто. Что она говорит? Я тут... Все лучше с друзьями. Friend will be friends. Everything better with friends. Ну, не. Действительно так. Согласен. Мне этот диалог нравится, когда там, типа, it's getting hot here. Типа, не, типа, я только разогреваю здесь. Разогреваешься? Да ты вообще понимаешь понятие этого всего? Ты ничего, типа, не знаешь, да? Ой. Не уходите, пожалуйста, никуда. Ой, вижу, там идет. Молодой человек. Что, не наносится урон? Как так? Главное, чтобы он не схватил вот это вот. Так. А то он может кусать буквально. И хп восстанавливать. Неприятная особенность. Помню, как только начинал, мы с этим вообще справиться такое? Не могли. Потому что он отъедет по куски от всех подряд. Ай. О, коса оказывается какой-то стагер. Ну, типа, да, стагер. У косы крутая альтернативная атака, которая на кнопку на эту. Да, я что-то забываю про нее. В пылу боя. Урон она не наносит, зато стагерит очень клево. Да, какой-то дополнительный косвенный урон. Ну там может небольшой, да, есть. Самый важный стагер. Типа вот так. Да. Большую толпу крайне клево. Так, тут лечилка. А тут обмен? Не, спасибо. Что там у меня колдовун даже? Зелье бесконечных бомб. Даже не знаю. Это как работает? Сейчас я узнаю. Зелье даст мне бомбу? Так, бот, да. Не умирай. Мне пока моя коса нравится, я не хочу менять. Я вот.
Коса мне вообще очень понравилась. Ну, не... у меня вот для нее было раньше два оружия. Это кинжал огненный, который, и огненный же меч. Ага. У огненного меча есть просто абуз прикольный. Типа, когда он у него... огненный? У него есть атака рукой у огненного меча. И она считается, по-моему, отталкиванием механически или что. Короче, она пробивает сквозь всю толпу. Неважно сколько. Количество людей важно. Сильная рука. Да. И если отменять атаку, ну серию атак, постоянно руку применять, это очень много делает. Да, урона немного, но стагер постоянный, прям очень классно. Ты просто буквально всю толпу оглушаешь. О, ну ладно, да, это, пожалуй, возьму. Благо, можно брать, да. Повышение скорости, что? Оружие вроде нормально. И так. Применим твою тактику. Которую? Ну, что, подождем редкость чуть побольше. Ну, так, да, здоровье, здоровье. Ну там экономия денег-то не очень большая, но она есть. Это уже, знаешь, мин-максинг такой от меня, лишний, возможно. Так, забрали? Там чуть-чуть дешевле в итоге выходит, но там буквально 20-40. Но может таких денег и не хватить в этом момент, так что... Я предпочитаю, если нет необходимости. Надо искать закаление, а не обмен. Да, тем более обмены... ненадежные. Да ну сейчас булаву тебе какую-нибудь, и что ты будешь не делать? Пытаться играть. Нет, там хуже всего нет, булава еще нормально. Я не знаю, может некромант клевец таскать, или клевец, как он называется. Это не, дурацкое оружие. Нет, только то, что оно есть у него. Это не настолько все заменено. Не, у некроманта же те же самые оружия, что и обычный сен. А, ну да, ну в целом да. Ну вот клевец это обычное оружие у нее. А, это максимально странное. Типа топорик такой. Какой-то да странный, как стрела, он выглядит какой-то очень-очень чудной такой. А, я тут... не знаю, как его описать, потому что это очень странное оружие. Да, да, я понял. Я знаю. Вот если он попадется из переделки, будет ужасно плохо. Все остальное не так плохо, но он. Крутить рулетку на такую неудачу я бы не хотел. Еще за свои деньги. Да. Казино всегда выигрыши. Да. Ты не факт. На дистанции, на длинной, да, казино всегда выигрыши. А, у нас... А это что за зеленое пламя? Туда пройти нельзя, да? Я бы не стал в пламя ходить, не знаю. И факт, что вернешься. Оно так просто так выглядит, знаешь, так и хочется в него войти. Может, тебя монород соблазнил, не знаю. Это просто хаос проник в мой мозг. Как там этого зовут ютубер? ВК Хаус, который Warcraft. Без понятия. Я забыл. Ну я смотрел, когда еще был популярен Легион ТД всякий. А, тут я не знаю. Я один из тех странных. Один из тех странных людей, который не в Доту играл, а в другие кастомки. Не, я вообще в Доту ни разу в жизни не играл. И не поиграю. Да, я что-то себя устанавливал, но... в виде Варкрафта. Я устанавливал доты, но так что-то и не запустил. Я ей пользуюсь как движком для кастомок. Мне нормально как... А, у меня брат, ну, кузен, делает такие кастомки. А кузен это... Ну, двоюродный брат. Ну, я просто... Используя иностранные слова, знаешь. Ну, я понимаю, но я не знаю значения просто. Просто у нас тоже есть свои всякие заловки, деви, я не знаю, что они значат. Понятия вообще не имею. Знаю только, что они есть.
Блин, да что ж вы делать-то будете? Нужно больше скелетов. Эта вечеринка не кажется полной. Блин, тут есть ачивка на то, чтобы поднять 24 скелета. Ну тут явно нужно две бутылки фиолетовых сразу выпить. И нужен талант именно первый на скелет. Это да, это я уже понял. О, случайно, который, благо. Который вне этого, в принципе, вне этой ачивки очень плохой. Ну, типа, когда у тебя будет две банки подряд, а без этого этот, ну, талант плохой просто. Мне второй очень нравится у скелетов, которые начинают поджигать. Там же есть очень клевый талант, когда взрывается при крите по подожженным. Большой фанат этой фигни. Да хорош меня бить. Я просто хотел подойти и аккуратно воткнуть в тебя свой меч. Зачем сразу бить? Вот такое вот неудачное знакомство. А еще я пройду. Дело не в отравлении, тут Black Monkey. Да, одних только... Их надо в РНЖ убивать, иначе все плохо у тебя. Ну или сильно доджится. Ну это нужно легкое оружие для этого. Не у всех оно с собой. Ты что, типа своего рода бейлингов из Старкрафта, что ли? Кого? Ну такие взрывающиеся, когда подходишь. Если ты про этих монахов, нет, они просто очень быстро бьют. Это берсерки бесит. Павшие друзья поблизости неуязвимы. Можете падать поблизости и будете неуязвимы. А если я спрыгну? Пропасть. Разбежавшись. Будешь вероятно не поблизости. Ну спрыгну-то я рядом с тобой. Да, Зигмар Протект. О, у нас есть гноми. Ага. Инженер. Не понимаю этот класс, если честно. А я вначале тоже не понимал, думал, что за фигня, как бы, как он вообще работает где-либо. Если он вдруг сорвется, хватайте его за бороду. Где так, он работает? На минуту. Кроме как в нижних сложностях. А потом нормально. Это такой обычный стрелок, как и все эти... Ну, ну не совсем как это. Ему все равно нужно на изготовку это оружие взять. И там как-то выбирать конкретное место, и чтобы не попадались эти коллеги под расход. То есть у других стрелков это получается как бы рыцарь Грааля, это сильный удар. У кого там? У Кириллиан это самый первый, который три стрелы выпускает. Но это такое разовое. Я говорю о том, о типах стрелков, которые есть вообще. Так, сейчас подожди, что у нас? Утёс кошмаров, может, а потом магазин. Или... Ну, можно и так. А то борьба, борьба. Я, наверное, сюда бы всё-таки пошёл. Вот, что там ещё? У Баунти Хантера, охотник за головами, Зальспайр, тоже вот этот выстрел один сильный, который наповал и один раз действует. И у Сиены тоже вот это вот выстрел шаром. Он тоже один раз нажал, и он выстрелил уже. А у этого у инженера довольно такая специфическая. То есть, если у него нет соответствующих условий на то, чтобы использовать этот миниган, ну, то есть, нету какого-то пространства для маневра, то, в общем-то, ему трудно. Он как будто без ульты получается. Да, это... неловко очень.
Ай, я как, кто, где, какая? Ну тут же призрак будет постоянно вот этот летать. А, точно. Но он как-то очень сильно появился неожиданно. То есть все туда, он такой отсюда. Ну ему норм. Нет, до некроманта я Сиена только в основном первый играл. Самое удобное, не знаю, как сказать. Не знаю, мне более третья нравилась. Которая там. Ну, третья. Мне никогда не получалось много урона выдавать. А-а-а. Она живет вроде круто, но счет урона вообще нет. Ну я когда поставил целью пройти кампанию всеми профессиями. Вот, то да, я Сиену там вторую подбирался долго-долго и упорно. Вот, ну как бы первое понятно, там третье понятно. Вот второе что-то меня вообще как-то не за... никак. А потом начал играть и вроде как так поймал этот принцип. Вроде все там. В целом все так сбалансированы достаточно. Да не все, да. Но есть просто лично для кого-то менее более удобные. Согласен. А, там магазин же следующий у нас. А, закалить, согласен. А, это закалить? Нет, закалить можно. Закалить, конечно, можно. Точно, у меня скелеты. Что там было про монеты? Подожди, на оружии написано. Что? На оружии было написано что-то про монеты. Где наружу? А, я уже не знаю. Ну, свойства. Как после закалки. Я горел. Плюс 27% пилигримских монет. А, блин. Я не знал, что есть баф на монеты. А, у тебя бонусы? Благо какое-то? На оружие бонус. А, на самом оружии? Прикольно. Да. Я чего и удивился, я не знал, что такое существует. Опять живот прихватило. О, нога пустила, опять прихватило. Ай, блин, не то. Черт побери. Я думал тебе дать, но, блин, вас... Пилса забрал. Я не подниму. Кого-то утащили. Ай, это плохо. Да, конечно. Очень плохо. А я не уязвимый же, да? А нет, уже уязвимый. О, можно упасть. Нормально. Я ждал, пока эта фигня откатится. Вытащил. Блин, кого-то мне твой скин персонажа напоминает. О, там что-то. Что у нас тут? Чего ты мне издалека напоминал? Обмен. Лукашенко. Кто? Кого? Кто? Потом мне стало казаться, что ты похож на Пригожина. Замечательно. Не, ну лысый, да. На Гордона. На Гордона, да. Крубер, где боеприпасы? Я тут я с молотами хожу. Чистый милишка. Уйди, призрак, без доспехов. Так, что-то нашел. Где доспех потерял? Так, что-то мы разошлись. Нехорошо. Ну я сходил посмотреть, есть ли там деньги. Нету. Здесь рыбы нет. Так в Яралаше было. На катке чувак ковырял лунку. Ага. Здесь стадион. Здесь рыбы нет, да. Блин, этот гном какой-то
Я бы не доверял гномам. Да. Чё-то слишком борзый. А, там я не пройду. Или пройду, или не пройду. Нет, надо обратно. А это, наверное, назад пройдёшь, да, если запустится? Или можно здесь пройти? Там можно пройти, я думаю, но там, видимо, наверху будет какая-то... Господи, ты меня испугал, у меня чуть инфаркт не схватил. Опа, может, правда может. Какая-то... Ну я прошел. Ай, блин. Ах, кровосос. Так. Что это? Обмен? Нет, обмен не хочу. Спасибо. Что тут за тварь? Обмен? Нет, не надо, спасибо. Воздержусь. Обмен? Нет, спасибо. Я только привык к этому оружию. Знаешь, поменяешь оружие, а потом такой... А чё оно не работает так, как раньше? Вот это главная проблема. Если меняешь, то то оружие, которое ты поменял, оно же остается все равно в инвентаре, да? Еще раз? Нет. Ну вот если тут поменять оружие, грубо говоря, то потом оно в инвентаре-то будет опять? Нет. Ты его отдаешь взамен на другое. Ну да. А, то есть ты его навсегда отдаешь, ни хрена себе. Нет, ну оно вот. Оно... В рамках сессии оно меняется, но не. Ну да, нет, а я имею в виду так, там, на базе, так сказать, его опять выбрать. Смотри, у тебя нет оружия, какое здесь. Здесь оно просто другое. Остается только тип. Понял. Да. То есть если меч, то меч. Опа. Ты там сзади? Вижу. Тут халява приди. Где халява приди? А, вижу, халява, халява. Нет, ты не пройдешь. Эй, вы нормально все выжили? Да, ну я упал, но поднялся. Так. You did it. Don't forget to claim your reward. Автоматический сбор пилигримских монет. Черт, подожди, я к тебе сейчас. Потеряна связь с создателем, блин. Это значит, снимает ограничения на эффективность. А. Так, я при тебе вообще. Если потеряна связь, тут вряд ли восстановится. Хотя. Ты там... Что за херня какая-то? Что такое? Фигня, блин. А, понятно, покинул игру. Я не покинул. Это. Выбило. Выбило такое... что-то. В этой игре такое бывает, к сожалению. Тут какое-то эльфийское отродье появилось. Сам выбрал так. А. Подожди. А. Да, сейчас. Такая ерунда. Лучше бы не покупал. Блин. Парамир. У тебя, правда, скорее всего, отнимут прокачку, я подозреваю. Да, потому что он меня
уже пересоздал сессию. Но что делать? О! О! Там еще этот, осторожно, маньяк. Ну, честный убийца, какой маньяк. Ну, что-то мне... Да, пусто. Ну, или не пусто, непонятно. А деньги у тебя есть, пилигримские монеты? Да, 400 монет теперь. Нормас. Ну, лучше, чем ничего. Да. Дайте еще чуть монеток, пожалуйста. О, только не это, а. У меня здоровье вообще по нулям. Что за зелье пророческого удара? Что он делает? Не знаю, может, скрит увеличивает. Появится получше чутье. Да. Чуйка Питера Паркера. Успеешь вовремя вытащить? Студенческая чуйка, да? Ну, Питер Паркер молодой человек. Да. Дружит со всякими плейбоями, филантропами. Везде свою белую паутину расстреливает. Я заметил, ни одна игра почему-то во время стримов или что-то не обходится без шуток про Гачи Мучи или про какую-то такую хрень. О, Гачи Мучи. Есть куча хороших миксов, смешных. Да. Я слушал много чего тоже. Ирину Аллегрову есть, например. Ага. Гачи и лейтенант, вот это вот. Что-то мы гномы забыли. Даже Моргенштерн есть. Там как это, бирюзовый S, как у ребенка. Что? Ну это из песни буквально. Все понятно. Свой человек в теме. Блин. Куда я попал? Изыди. Это друзья хотят покушать. Пойдем, приятели, в S. Куда смотрит Роскомнадзор? А он разве не как Фемида? Что? А он не как Фемида, не? Кто? Роскомнадзор. Да черт его знает. Фемида слепая, и Роскомнадзор тоже. Может быть. Я не в курсах. Я где? А это удобно, что ты можешь падать сколько хочешь. Чего? Yeah. Что ты можешь падать сколько захочешь. А, у тебя перк такой теперь? Благо, экзотическое. Рядом со мной он неуязвим, падать может сколько хочет. Да-да-да-да-да. А, это... Прикольно. Я просто упал, встал. А теперь 10 повторов. Качаем жопу. Мне тут друг попросил на 3D принтере распечатать ему эти самые колпачки на фары мотоцикл сзади. Ага. Чтобы фонари закрыть. И попросил на них этот. Я на Dark Holm распечатать с надписью $300. Его вкус очень специфичен. Он вообще в теме, поверь. Ну, так понятно, да. Нормально, 682 монеты. Там можно было закалить внизу, если что. Закалить? Да.
До синего, да? Да я не помню, наверное. Может быть, ладно. Ну, у меня основное оружие так синее. Синий-иний. Пойдешь посмотришь? Ну, у меня... Какой у меня там? Да, вот синие. А, да, точно синие. Сорян, отвлек. Вот красненько я бы взял. Абсент нет красному, да. Не пил абсент, не знаю. Тоже не пил. О, у нас же будет сейчас много выносливости после этого. О, просто... Можно блокировать сколько хочешь. Ну, всего на 2 счета. Это очень много на самом деле. Так-то ношение щита дает столько же. Я предлагаю в удачу, чтобы можно было выбирать следующую. Либо 40, 40 крит, либо 60. А сверху есть пилигримские монетки. Потом следующим. А-а-а, бабло. Люди гибнут за металл. А где вызов босса? О. Сюда. Пан, давай я тоже выйду. Как раз... Смотри, если мы туда пойдем на деньги, то у нас будет очень много денег. Угу. Бабло. Так. А чё, да, у меня бонусы стоят 250, что они такие дорогие? Они экзотические, ё-моё. За каждые 10 очков здоровья, постоянного или временного, потерянного из-за урона, создается кровавый шар. Каждый кровавый шар дает 5 очков временного здоровья. Угу. Он прикольно. Наверное. Будешь бегать потом за этими шарами. Футболист, что ли? Полученное лечение. Ну, я купил себе тоже кровавый шар, как бы, чего бы нет. А что значит усиливает полученное лечение? Если мне кто-то лечить, что ли, будет? Это получение временного здоровья тоже усиливает. А, понял. Белого, соответственно. Ты про абсент говорили, я тебе вспомнил, как я попробовал давно-давно первый раз коктейль, как он, B-52, что ли, называется, или не помню. Маленький такой, короче, рот, или как он там правильно называется. Угу. Поджигает, который. Ну чего там? Туда так, хотите? Куда пойдем, наверх? Наверх будут все деньги. А, кстати, деньги, да. А согласен. Там потом два магазина будет. Да. Согласен, я за деньги тогда. А он хотел деньги. Ну, он хотел силу крита получить. Ну, он же гном. Не доверяю. Учитывая, что я взял, осторожно, мы получаем больше входящего урона из-за этого. Он шибко умный, он, видимо, к деньги хочет переметнуться. Не доверяйте гномам. Ему даже родственники не доверяют. Но по лору. Что, ищем деньги? Ну, поэтому и называется Rogue Engineer, типа инженер-изгой. Где деньги? У меня еще автоподбор монет. На радиусе 10 метров стоит. А вот сколько, 60 поднимается от коробки, или сколько сейчас? Что? Вот сколько сейчас коробку подняли? Да, подняли? Около 60 поднялось, потому что еще у меня не... оставалось около 200. Было написано плюс 61, это, наверное, из-за молотка моего странного. Число было кривым. 56, 53. Какие-то очень странные числа. Так вроде бы не должно. Так прикольно, когда можно тупо скинуть противника в какую-нибудь жопу. Ну, в яму, в смысле. Главное, босса не скидывай, чтобы лук не улетел. Ну, иногда это выход. А у нас еще с этих, что ты же купил. С элиток мы будем получать лут. Да, есть такое. Нам выгодно драться с толпами всяких вещей. Отец, а среди лута могут быть деньги? Или только предметы? Ядрить тут! Зелье. Граната. Офигеть, конечно.
А как можно несколько зелий подобрать? Я помню, когда мы вначале играли, у меня прям куча зелий было с собой. О, от обмен, не. Я думал, это... Экзотическое оружие на 600. Не. Не мой по... Не, ну я второй могу поменять, в принципе, конечно. Какой некроман без хорошего посоха? О, плюс еще монеты, интересно, они стакаются с разного оружия, что есть? Если да, то это плюс все бабки. Все деньги мира, да? Ну это получится больше 50%, если они соединяются. Просто обычно вещи на разном оружии не работают вместе. Как с монетами, я не знаю. Эй. Эй. Как удобно, когда твои атаки нельзя прерывать. Какой удобный талант. Так это самое. Как так вот было то, что можно было много зелий подбирать? Это на легком уровне сложности, что ли, как-то? Если много зелий. Ну вот мы когда с тобой первый раз играли, у меня было с собой 3 или 4 зелья. Я прям выпил одно, у меня сразу другое. Выпил другое. Ну, бонус какой-то. Нет, ты имеешь в виду, оно возвращалось? Такое может быть. Да. Именно разные были. Я прям еще помню то, что рисунки менялись. О, здесь испытание. Эй, кого там? Ты его не нашел, тебя подловили на... Ой, я не туда кинул, гном помешал. Во всем виноват гном. Да, я же говорил, не доверяйте гному. Ай-яй. Взяли общие доли. Что? Это значит, блин. Опять обмен. Ну что? Чуть больше, но не интересно. Ой! Это звучит опасно. Ой, жизнь соса. Воу. Есть, я не помню, как эта карта называется, там можно стриггерить сборище ассасинов. А, да, помню. Огромная. Это рок. Не рок тал, а как-то я. Ну, с башней, короче. Это типа обратно. Там такой типа дворик, в этом дворике можно. Да, типа. На самодите там миллион шум. Я уже просто не успею умирать. Я умер, сразу появился, прям, даже не упал на ноги. Это, конечно, прикольно. Ты не умер, тебя просто подхватили. Ну я умер, да, и сразу встал. Умер, встал. Пока вы сбиты с ног, врагов будет бить молния. Я согласен. Не уверен, что меня смогут сбить с ног, но вдруг. Повышает здоровье и урон скелетов на 50%. Приказ атаковать теперь требует заряда. А, ну это талант, который третий. Да, он достойный или нахрен двоек? Он достойный. Просто атаковать требует заряда. Они прям мощные становятся. Ну ладно, давай попробуем. Когда ж попробуем? В большинстве случаев ты все равно не приказываешь. Когда на босса прикажешь, ну и хорошо. А так, а где вы? А, вон туда вот. Ага. Что мне там? Какая-то силовая. А у тебя по умолчанию какой взят? Первый? Или... Да я скелету все пытался народить побольше. Для ачивки. Но так не принято. А здесь... Какое зелье здесь аналог зелья для ульты?
Должно же быть какой-то. Ну, что-то не видел. Деньги? Нету денег. Только мертвый труп. Мертвый труп. Живой труп бывает. Ну, можешь Зайди. Сделать живой. Да. Ты этим и занимаешься. Да-да. Слушай, а ты же некромант, да? У меня товарищ есть, у него старая японская машина. Не, это к инженеру. У него спроси. Я некромант, а не некрофил. О, деньги, yes. Yes. Монеточки. Ого, чего-то там наподнимали, мне написало плюс 146. Я такой, что? О, благо. Жизнь на 50 увеличил. Повышает урон от крита для группы на 35%. О, хорошо. Спасибо, дорогой. Неплохо. Вообще-то это дорогой баф. Просто повезло здесь. Ну, подеремся. Ну, кто тут у нас? Вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Как в Старкрафте, да? Кто на новенького? Мне нравится, мои скелеты сами забираются куда хотят. Да. Походу там видел. тот же AI, ну и подключен, который и у этих обычных, ну против. Скорее всего. Против кого? А зачем что-то переписывать? Ну да. Какие-то сложности. А босс-то придет? А Google подойдет? Подойдет. Ну подождем. Орут прям как чуваки с бомбами вместо рук из серьезного фильма. Да. А что такое? Я упал и встал. Обрати внимание на свое здоровье. Да, еще и здоровье полное. Просто какая-то имба. Тебя снесли просто одним сильным ударом. Из-за этого так произошло. Эта штука восстанавливает урон, который тебе нанесли за какую-то там 2 секунды, что ли. И тебе внесли слишком много за один раз. А ты какой-то просто кидай бомбы. Зелье. Да тут и так бомбы. Да тут и так валяется всего. Сейчас босс придет, мы его просто взорвем нахрен. Я на месте босса сюда не приходил. Тебя тут ждут неприятности. Но они же ждут, да? Ну, как я могу не прийти? О!
прочный этот дружок. Нет, ты мой. Вау, затянуло как, а? Тик-тик-тик-тик-тик. Зелье пророческого удара, зелье гнева. Чтобы... Я возьму зелье причинения жизни, пожалуй. Причинение жизни? Похищение удобное. Почему бы не похилиться лишний раз? Угу. А причинение жизни — это роды какие-то, видимо? Это причинять добро и наносить. О, деньги. Закалка. Баблище, баблище. Что у нас там? Хорошо. Закалочка. Что за талант получил? Где мои скелеты? Ах, ты козёл, а. Вот ты выход. Прикольный 7 скелет. 776 монет, вот это я понимаю. Угу. У меня только что 1200 было, но я закалился. Ну я тоже. Так вы тоже был косарь. Это как в Deep Rock Galactic. We're rich. Мы богаты. It's payday, fellas. Ты в Deep Rock не играл Галактик-то? Я не. Как-то мимо прошло. Я знаю, что там есть Rock and Stone. Борьба или гармония? Че у нас? Как? Че на вас смотрит? Ну, гном хитрый. Наверное, у него выхода нету. Выберет правильно. Сейчас монстрик какой-нибудь будет. Пойдем за гномом. А потом будем прокляты сланишь. Ага. Ну там мы и так будем прокляты, четко. Сейчас. О, отлично закупился. Главное, что босс, ну, будет новый. Который пафнет. С полным здоровьем. Я готов. Тебя там все, что ли, на возрождение? Да-да-да, я тебе говорю, возрождайте с полным здоровьем. Перезарядка 120 секунд. Удобно. Это предвестник рыцаря Грааля. Улучшает эффект лечения себя на 30%. Тоже купим. Отлично. Но это будет, которое белое здоровье. Ага. Купил еще то, что врагов будет бить молнией при парировании. Mm-hmm. Ну, парирование — это идеальный этот блок. Ага. Слишком сложно, но его. А у меня, по-моему, этот благо есть, то, что каждая защита считается парированием. А, ну если так. Так это вообще просто. Это сильно. Просто блок не отпускаешь и все. Посмотрим. Враги убиваются сами. Звучит как план. Это да. О, какая, прям дворец императора. Бога императора. Трупа на троне, да. Ого. Забавный эффект.
Че, нужно подальше? Эмпатия. Понять. Это эмпатия. Буквально, а. Как в Варкрафте было. Как посмотреть? Ну вот у меня куча... А, для отображения указателей правой мышкой. Так, сейчас, секунду. Если оно не разделяется, а просто дублирует, то это плохо. А если разделяется, то почему нет? Ага. Сколько у меня щиточков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь с половиной. Ладно. Я не против 7,5 щиточков. Dark sorcery binds you. Harms will be shared, and pain shall echo. Так, я так от вас устал сильно. Я тоже. Hard time, да-да-да. Это что за такие лучи отходят к вам от меня? Эмпатия. Разделение урона. Все соединенные получают удовольствие одновременно. Да, слава наш. Мой баф получается чисто, да? Sex, drugs and rock and roll. Ну тут не написано было, как это точно работает. Так что может это баф, а может и не очень. Да. Ой. У меня нет денег. Это что у нас такое? Там обмен красный. А, нет, не годится. Мне интересно. Оу. Что? Не понял, телепортнуло? Это что было? Телепорт. Угу. Не туда, что ли, пошли? Там, кстати, может, подожди, туда? Что там за закалить? Так, закалить оружие, кстати, вот здесь. Джим. Закалить почем? Дорого. А, что вы там ходите? Там босс. Ну, в смысле, что вы там ходите? Ёкарный бабай, блин. Ну, уж около меня не убьет. Черт. Вы просто там встали на месте, где этот... Я бы хотел, но тут стоит. Ух, жесть какая. Очень дорого. Что-то как-то очень неожиданно все пошло. Да, вроде все в порядке. Ну, да, я... Просто я КП упал, резко начало впадать. Здоровьем. Ну я получаю, и мне нормально. Все получают за меня. Так, что там у нас? Ай-яй-яй, кто там это самое? Монетки есть рядом? Нет, жалко. Я бы очень хотел. Но, видимо, не прокачать. А. Ладно, без красного обойдусь. Вечеринка, ва. Да, согласен. Крапрейв? Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я предпочитаю псай. Псай, который Гангнам Стайл, да? Ну не. А я других не знаю. Есть еще псай Дак. Из
покемонов такой. Так, я удачно махнул косой. Где? Кто там тут? Опа, Gangnam Style. Куда он пошел? А, за благом. Согласен, пойдем. Вы там выживаете? Нет. Воу, я даже сейчас до него пробиться не могу, у меня просто тут... Блин, мы просто уже отошли зачем-то. А! Куда потащил? Куда этот гном пошел, блин? Отпусти. А, он закалять оружие пошел, блин. Вот дурашка. Гребаный пулеметчик. Ой. Меня бьет. Сдох. Блин. Тебя только на пол уронил от этого. Блин. Я тебя успел оживить? Или нет? Ты меня только снял с шеста. А ты у меня стоишь уже. Я ну тебя да, вроде а как... я тоже у тебя стою, но это не то. Но... Видимо, секунду тебя, не успел. По идее, убить не должно, если это работает. Да? Но меня может. Но у меня здоровье не уменьшается. То есть это даже так работает. Почему я не возрождаюсь, а? Ты не должен. Сука, жирная. Я не могу пройти мимо. Я, конечно, жирный, пацаны, но у вас где-то 300 секунд. Да я понял, блин, я просто... Я просто не могу выйти отсюда, нахрен. О, я сразу ожил. Ну это я поднимаю же. Еще и с полным здоровьем. С полным здоровьем — это талант замечательный. Ну я тоже сейчас не особо теряю жизни. Тем не менее, все очень неприятно. Жесть какая! Дай мне выйти, блин, зараза! О, наконец-то я вышел. О, я, кстати, щит применил, и вот током шарахнуло. Куда босс не пускает? Вот так можно, окей, пойдет. Будет нормально, теперь. Конечно, странная комбинация у нас этих талантов набралась. Но она очень классная. Очень забавно, как вы вообще выжили в этом. Я вообще не как бы даже... не набор этот, то все. Это было бы смерть. Просто не напрягаясь на самом деле. Ну, у меня штука была, которая ранит врагов рядом со мной, когда валяюсь. Меня не могли из этого убить. До конца убить. А тебя не могли, потому что я даю тебе смерти, когда ты лежишь. Получается, если все умрут, и мы с тобой останемся вдвоем, тоже мертвые, да? Ну, мы будем вечно такими. Ну, если вы выиграете какого-то скрипта на убийство таких людей, то да. Это не вечно, но очень долго будет. Можно очень долго смотреть на эту сцену. Ну, какой босс, наверное, расковыряет, конечно. Но, тем не менее. Если это будет простой моб, его убьет эффектом и все. Да, вот сейчас компания, это режим какой-то сломанный. А, я понял, он где-то сверху там.
such times are these. I fear that the freedom to battle may not come down, please come in. Like that is. Куда попёр, дурак? Я думал, он мне скинуть хочет. Если бы у них был немножко больше искусственный интеллект. Это замена. Обмен, да. Это неинтересно. Не, ну можно молот отдать маленький снишка. Они могут дать двойные молотки, чтобы не мог. Серьезно, еще один большой молот? Мне их теперь два. Ну и тот, который крутой, конечно, вышел лучше. Только раз. 30% бонуса монет. Куда мне эти деньги? Это последний стейдж. Что там у вас за проблемы? У нас будет сейчас еще магазин дальше или не будет? Это все, это последний. По оживлению товарища вы получаете оба. Что там по 15+. Я, у меня дольше работает. Пассивное восстановление 1 единица здоровья. Ну, нормально. Да, но ты не можешь нормально лечиться теперь. А, да? По временное? Да, 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 вот я сейчас выпил зелье, и у меня временное. А, пойдем. Рандомные таланты, поэтому, ну, и рандомные. Блин, жалко. Ух. Сила героя при атаке крупных врагов. Как раз сейчас будет крупный враг. Насколько крупных? Шутки про мамаш должны быть здесь. Да. Альтернативно. С альтернативным строением тела. Ну да, надо. Как там эти модели называются? Плюс сайз? А, бодипозитивных. Забытое слово. Как это там звучало-то? Ух. Гендерно неопределённая ЛГБТ плюс личность. Закалить? Закали. Закали-ка, закали. Блин, не хватает чуть-чуть, а? Реально, две монетки не хватает. 30 не хватает. У меня два больших молотка. По 30 монет бонуса, класс. Очень полезно. Опять мы. А чё, мы опять соединенные, что ли, этой фигней? Да, прикинь. И куда дальше? Ну, оно вело сюда. Это я вас соединяю, да, я так понимаю? А, мы все соединяемся. Не, ну и вот я к кому подхожу, тот со мной соединяется. Ну, я тоже сам. Понял. Мы все соединены. Как это? Скованные одной цепью. Да. У каждого, короче, значит, свое отображение, да, этого? Да, во всех отходит луч. Где эта тварь? А, это ты, гном. Да я думаю, строчит кто-то, строчит пулеметчик за зеленый платочек или что там у них. А, по-моему, синий был, но не важно. Ну, в данном случае здесь варповский камень укрылся пулемет что-то. И заканчивайтесь мобы, я могу вечно хитить. Ну да, что-то как-то удары пропуская, а оно все живет и живет. Может,
катаклизм не так уж и страшен в хаосах. В пустошах хаосах. Ну если так набрать, нам вообще, по-моему, ничего не страшно. Ну это нужно без ботов, это реально четверка бесстрашных. Че, зелик не попадало, что ли? Че за ерунда? О! Что-то можно обменять, неинтересно. Обменять это интересно, а у меня есть только? А есть. Ну вот эту можно обменять. Че ты мне дашь? Че у нас тут? Сила против скавинов. Поднимитесь на вершину. Неплохо. Есть мощный молот, слабый молот, маленькие два молоточка. Ага. Неплохо. Вот это уже можно играть. Любители молотов. Да. Паладины, они вообще, в принципе, любители молотов. И баблов. Ау. Что такое? Ай, ассасин меня кушает. Он будет долго это делать, потому что хп забирает у всех. Это будет очень неприятно. Так, ну куда я-то тут лететь деваться, мне интересно. Там, где его нету. Да. Отличное предложение, да? Да. Это где такое чудесное человек? Место? У тебя его нет, ты же мальчик. Чего? Ну шутка такая есть. Парень с девушкой общаются. А девушка рассказывает: вот я купила вот это, машину. Там ипотеку взяла, там плачу. Так, где что живешь только денег? Что это за такое чудесное место? Ну у тебя его нет, ты же мальчик. Ты только вкладываешься. Во всех смыслах. Блин, да, алебарда, конечно, такое себе. Алебарда норм оружие. У него большое рассечение, да, удобное. Она не махает, он почему-то ей тычет больше. А ты пытайся в бок. Может там отличается. Ну типа. Ну серия атак сильных и слабых, они разные. Держать. Да. Держать это самое. Блин. Гнома столкнули, короче. Подняли? Да-да-да. Я за бороду его вытянул. Бородатый бородатому поможет. Не пойму, а в чем прикол? У меня здоровье просто не уменьшается. Оно вот у меня уменьшается и сразу восстанавливается. Это походу синергия наших перков. Это пассивка моя так работает. Вообще просто не уменьшается, смотри вот. Я перехожу в режим вот этой святой ярости, или как она там называется. Ага. И начинаю хилить. А так как мобов много, и хила много. Вот мы были все раненые немножко, но остался раненый гном, потому что он стоит далеко. Он не получает этот эффект. Блин, а я что, опять потерял... А все остальные... Блин, я опять похилились. Потерял связь. Что за хуйня? Или нет, или нормально, или выжил. Сука, выжил нормально. Ты вот бежишь за мной. Вот теперь да, все. А то, блин, чуть было не это самое. Это было бы плохо. Да. Это было бы неудачно. Пришлось бы... Без шмоток, фу. И без перков, да? На последнем боссе. Гном что-то активировал.
выживете. Может, дадим ему умереть там? Выживите. Гном все-таки оказался предателем. Да, да, да. Активировал что-то. Что-то там жмет сам по себе. Что-то. Предлагаю скинуть его. Уходим, уходим из зеленого круга. То может нас скинуть. Да, зеленый снег не есть. Ой, блин, засосало. Ну и куда? А, нормально. Ой. Собака. А, кружок исчез. Ну, кружок, но ты мне мешаешь. Да, он всем мешает. Да, блин, этот круг вообще. Не могу из него вылезти. Сука. Помочь. Типа, вот так тебя могут, кстати, убить. Да, все, уже убили. Обычным способом нет, а вот скинуть. Ой, а тут глубоко оказывается. Я упал на дно, там не глубоко. Меня сейчас будут, видимо, жрать. Да, я кушаю. Блин! Вкусно? Нет, надеюсь, блин, эти. И он меня в зеленый круг засунул. Да тут молодец, три круга просто. Я бы не успеваю из него вылезти. И меня лично счет, когда я внутри круга нахожусь. Мило. А можно как-то что-то... Я тут недалеко, если оживите меня. Если не сложно. Гном, конечно, рядом со мной. Я не понимаю, что происходит, я хочу туда убежать. Там слишком много зеленых кругов. Гном меня оживит, наверное. Просто пипец сколько. Гном предатель, он убежал. Меня уронили. Меня вот как вы говорите, бьют по пальцам. Надо сначала тебя поднять. Но если гном не подойдет, никто больше не успеет. Блин. Боска. Я иду, насколько можно. Вот если секунд 30 есть, если такими темпами меня будет. ХП много. Все, жирный. И я тут рядом же тоже. Поднимите меня, пожалуйста. Да ладно, лежи, отдыхай. Главное, чтобы зеленых кругов не было. Так-то ничего страшного, в принципе. Ты же некромант, ты умеешь поднимать круг. Еще один? Ай, это блин. Тот же самый. Нет, там еще этот самый крысогр. А, это два разных? Ё-моё. А чё их два? Мы же даже не покупали в этот раз ничего. Это, наверное, какая-то фишка местная. Видимо, да. Сейчас меня убьет, блин, я перегрелся. Конечно, Спасибо. Ай, отпустите. Мы, конечно, экстремально прочные за наших талантов, но все равно. Да, конечно. Если бы наши таланты. Нам бы давно наступил конец. Если бы мы не были такими талантливыми ребятами, да, просто. Этот огонь, он должен вообще-то убить был давно. Да, мне как-то вообще насрать. У меня ХП восстанавливается. Восстанавливается у тебя пассивы. Ай, блин, меня сбило, черт побери. А что на время от времени у нас восстанавливается из-за моей пассивки? Но сейчас пока не могу. Блин, меня сейчас убьет нахрен. Да, меня крысы добивают, все. И аптечка улетела вниз. А там же и бутылка чья-то лежит. Это моя, наверное. Такое замедление, что я еле могу из него выйти. Да, ужас какой-то. Сейчас появишься, мы тебя спасем. Заразное бешенство, укрепленный, разбивающий щит. Просто пиздец, сколько этих. Я не буду кто танчить, я пошел. Да. И хребтокол, заразное бешеное, прикол. Не, это тот же самый.
А это, а ты тут что-то совсем? Огнедыш, надо одного кого-то сосредоточиться. Блин, да что ж ты? Вы что, охренели? Вас что тут сколько, пацаны? Куча огнеметчиков. Такого о, мне хребет куча... ломает, нихрена себе. И куча, я не иронизирую. Там штуки три точно были. Вместе. Нет, не то. Я не успею. Мне хребет такого хребет сломал. Да я вижу. Ну я потанчу его сколько смогу. Что-то он не хочет меня агриться. Я ему не нравлюсь. Ай, блин, чуть опять не упал. Дырку грему, да. Есть, конечно, комбинация тут. Почему я не умер сейчас? Спасибо. У меня вопросы к этой игре. Я был один и не умер. Значит, это не из-за разделений урона, а из-за чего? Что дало такой эффект? Так, надо криптокол гасить. Абсолютно согласен. Давай, 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 чуть осталось. Да, есть. Отходим. Вдох, падла. Эй, блин, подцепили, сволочи. О, как-то мы... О, меня скинули. Просто скинули. Пропасть. Вот этот молодой, красивый. Так, 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 так. Блин. Ага, привет. Как ты... Как это... Ты, может, ты умрешь, мужик? Он меня не может убить, он просто меня выкидывает за карту. Молодец какой. Блин. Действительно, вот сорсеры здесь. Нет, я серьезно думал, что это из-за разделения так хилит, но нет. Сочетание чего-то с чем-то. Ура! Ядрит Мадрид. Фух. Так, где там этот наш гном? Возродился? Возродился. Это было максимально странно. Но забавно. Но вы как-то умудрились, все хорошо. Получилось. Это легенда, если что, сейчас была сложность, я напомню. Да. Я несколько этих ачивок выполнил. Не знаю, как это получилось, но... Рейнджеры, трансформируемся. Yes, мы дошли до конца. Было что-то очень-очень чудное. Ну там много бабок, много перков. И вы как-то захилили, перехилили. Вот только опыта будет сейчас у кого-то. Видимо. 90 коробок. Ох, да, хранилище императора, да, супер. Гарантированное. Класс. Да. Фига. Yeah. Он настрелял, конечно. Красота. Урон монстром. Скелеты, да? Скелеты. Я там еще высасывал душу несколько раз. Ну, несколько много раз. Вот. 13 раз оживлено. У меня такого еще не было. Отлично. Че там? Элитные 51. Ну, гном, конечно, тоже молодец. Гном убийца. Гном в дальнем бою вообще просто. Ну, у него ж пулемет, он всех раскидывал по жесткому. А я урона, конечно, больше всех получил. Чё? Ладно, на этом все.